Всем привет! Ира, поздоровай! Привет! Мы сейчас собираемся и будем идти в кино. Мы хотим сходить в сырой кинотеатр, да, потому что Ира продолжает нет уже. Мы уезжаем очень рано, в 4 утра аж. Поэтому сегодня пойдем в кино. На поздний сеанс до 10 вечера. Три дня. Для взрослых. Да. Будем идти на фильм «Дэдпул 2». Также обязательно вам расскажем свой отзыв. Угу. Личный, да. Это только недавно, да, начало? 17 числа. Вот, позавчера. Почти на премьеру. Да. Сейчас будем кушать мы, Ира готовит кушать. Покушаем, отнесем Бетю Ане. Ага. Давай, давай, грохни. Да, ребят, я завтра еду в Донецк, и Серега отдает мне камеру, поэтому влоги будут с Донецком. Я хочу пофотографировать Соню. И еще у нас такая новость, София закончила досрочно школу, она заболела ветрянкой. В кино уже почти год, да, где-то так. В Польше мы не были в кино, приехали сюда тоже не понимаем кино, здесь планировали, так и допланировали. Кстати, интересный факт, возможно, конечно, многие знают об этом, но нас он до сих пор немного шокирует. Дело в том, что в Польше все фильмы на английском с польскими субтитрами, да, то есть они не дублируют. Нет профессионального дубляжа фильмам, поэтому они на языке оригинала. У меня устала рука. Я люблю сырный попкорн, соленый, и Серега любит сладкий. А вы какой любите? Напишите нам в комментариях, вы за какой? За соленый или за сладкий? Короче, ребята, идите скорее на Дэдпула второго. Да. Это вообще, это еще круче, чем первый. Вообще не тот вариант, когда вторая часть хуже первой. Да, это просто офигительный фильм, да, но еще круче, чем первый, реально. И пипец, просто эмоции офигительные. Мы так держались. Я смеялась, плакала, грустила, веселилась, блин, пугалась. Короче, все эмоции вместе, да. Эмоции, да. Вообще клево. И обязательно ждите конца титров, потому что этого момента очень обидел все уборщицы, потому что они же включили свет. Пришла уборщица, уже убирали, а сегодня все... Реально, дождитесь до последнего, просто там будет что еще интересного. И все люди все ждут конца, они смотрят, типа, что за меня, выходите, давайте сюда. Да, но не будем сильно там спойлерить, ничего такого не расскажем. Конечно, да. Бегом покупайте билеты и идите в кино. Да, не пожалеете. А мы сейчас уже будем ехать домой. Мы сейчас идем на тоже дедушка. Он таксует сейчас. И мы поедем домой. Нам повезло. О, зеленый свет. А завтра в 5 утра надо отвезти Иру на вокзал. Там заберут ее первый Мерседес. Донецк будет ехать, да. Шаримся где-то. Шаримся. Да. Деньги тратим. Копить надо. Как ты где-то на Мерседесе не покатаешь. На Мерседесе не покатаю, на круче машине покатаю. Пришли мы уже домой. Хотел я посидеть в ванне чай попить, но тут вспомнил, что надо еле собирать вещи.
Сейчас Серега будет вещи собирать, я пойду кашу сварить. И будем ждать утра. Или в 4:30 приедет дедушка, идет в вокзал. А вы ей скучаете. Летит на вокзал, чтобы Ира села на маршрутку. Ну, на машину. Ух ты, ребят, смотрите, как у нас тут штука сидит, видите. Мой палец и эта штука. На самом деле они очень противные, и я их не очень люблю. Господи, я их не боюсь. Кстати, Ира надурила меня и вас всех на боицкий гадан. Я скажу, что была ночная охота на них, потому что их полезло очень много, и подходит там. И походу была мать с ребенком. Они ползали еще куча всего, пришлось их всех убивать, потому что звучит страшно, конечно, такое прям. Ну, блин, нам тоже стрёмно с ними жить. В общем-то, сейчас буду Ире показывать, как пользоваться фотоаппаратом. Буду перекидывать фотоаппарата на телефон видео, фотография. Она будет фотоаппарат брать в Донецк и будет снимать влоги красиво все. А если остаюсь с телефоном, я влоги особо снимать не буду. Я хочу смонтировать их можно максимум, потому что у меня тут много данных. Вот. А Ирочка будет снимать влоги и там монтировать что-то потихонечку будет. Потом она приедет и мы уедем. Дальше дня Ира будет снимать уже сама. Еще я хотела все рассказать, но у нас как-то все внезапно прервалось. Соня заболела ветрянкой, поэтому поход на последний звонок остается под вопросом. Мы сходим к врачу, если нам врач разрешит посетить школу последний день, то посетим. Если нет, я решила сделать небольшой сюрприз для Сони, так как не пойдет на последний звонок. Вот, я думаю, что ей понравится, ну и вам понравится, наверное, быть с нами. Будем прощаться с вами уже. Да. Все, ребят, всем пока, всем спокойной ночи. Всем удачи, всем пока-пока. Ставьте лайки, если нравится, если не нравится, дизлайки, и комментируйте нас.